чего бы ни говори, мужики все одинаковые. Не согласна, Наталья Павловна. Попадаются и нормальные, надо только уметь их распознать. Да как их распознаешь? Очень просто. Смотрите, если у мужика есть нормальная работа, зарплата, машина, если нет детей, а жена уродина, значит, все нормально. Можно брать. Но все равно он к своей жене, какая бы она ни была, рано или поздно вернется. Почему вы так в этом уверены? Да не то, чтобы я была в этом уверена, просто... Просто я себя этим утешаю. Что касается меня, то, на мой взгляд... Наталья Павловна, мужик до 30 лет вообще ничего в жизни не понимает. Нет, я вот хотела сказать... После 30. Что... У него сплошные капризы. Вот когда я, например, выходила замуж... Да пусть уже лучше капризы, чем ветер в голове. Ну, надоели эти мальчишки. Галина Сергеевна, вы что-то хотели сказать? Вот был у меня как-то один ухажер. Араб. Привет. Саша. А почему вы всегда так быстро от нас убегаете? Никогда не участвуете в наших милых утренних беседах. А какая сегодня тема? Секс, как обычно. Садись, будешь главным арбитром. Главным арбитром? Нет, спасибо. Я бы еще хотел некоторое время побегать на поле. Ну-ну-ну. А какую папа и Глюську купили? Баб Галь, что случилось? Эдик, я пустое место. Я никому не нужна, никого. Галина Сергеевна, ну что вы такое говорите? Вы нам всем очень нужны. Я вам нужна только тогда, когда вам нужно из общественной кассы денег занять, и все. Что ж за ерунда такая? Вот лично мне, Галина Сергеевна, лично мне вы нужны каждый день. Каждый день. Правда? Правда. Конечно, правда. Ну, пойдем, поглядим, сколько там у нас денежек в общественной кассе. Здравия желаю, Иван Сергеевич. Иван Сергеевич, можно мне сегодня пораньше с работы уйти? А что такое? Да, хочу с ребятами на концерт сходить. А, и что за концерт? Песни Северного десанта. Северного? Почему не Южного? Южный уже свое отпел. Конечно. Иди. А вы не хотите со мной пойти? Нет, нет, что ты, нет. Билетик есть. Нет, нет, нет. Ну, я без жены никуда. Ни на концерты, ни в театры. Почему? Ну, кто-то должен меня разбудить в конце спектакля. Итак. Здравствуйте. 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 Позвольте представиться. Андрей Анатольевич. С легким паром, Андрей Анатольевич. Спасибо. Вы не так поняли. Это не веник. А, это не веник. Это не веник. Это не веник? Нет. Нет, вообще-то это веник. Это веник. Это веник. Это веник. Но в данном случае это... образец. Мне нужен плакат для рекламы товара моей фирмы. Какого товара? Погодите, я не поняла, чем занимается ваша фирма? Моя фирма вяжет веники. Я надеюсь, всем все ясно. Заказ... простой. Веник он. И в Африке веник. Нет, в Африке он пальма. Что? А, ну да. Галина Сергеевна, особая просьба к вам.
Да. Когда будете выставлять заказчику счет, вспомните, что агентству не мешало бы заработать. А, что, опять радиатор накрылся? При чем тут это? Ну, радиатор я могу и сам купить. Я вот обо всех думаю. Галина Сергеевна, вы уж не подведите. Что это значит, не подведите? Это значит, что когда ты будешь заполнять строчку «Итого», вспомни свою самую смелую финансовую мечту и умножь ее на два. Что ж, $2000? Вот. И все. Вот. Формальности окончены. Спасибо. Что? До свидания. До свидания. Ну, вы можете заходить в любое время. Я обычно допоздна здесь сижу, особенно когда в цифрах напутаю. А-а-а. И часто вы здесь допоздна сидите? Да нет, где-то так раз в день. А что, ты от них худышек собираешь, что ли? Да они меньше места на жестком диске занимают. А. О, стоп. Вот это на Любку нашу похоже. Да, только у Любы родинка с другой стороны живота. Я в бассейне видел. Слушай, а ты не можешь их автоматически совсем раздевать? Не, я не могу. А вручную? Могу, но только дома. Нормально? Я тогда завтра зайду. А завтра еще готово не будет. А я просто так зайду. Ага. С вами пообщаться, если вы не против. Я? Что вы? Я за... До завтра. До завтра. Извините. Галина, это наш роман. С кем? С этим веником. Я тут видел, как они прощались. Нежно. Шухер, директор. Вот тут, пожалуй. Сашенька, вы делаете плакат про веники? Делаю, Галина Сергеевна, делаю. Вы не волнуйтесь. Сашенька, ну, постарайтесь, пожалуйста, ну, получше как-нибудь, а? Постараюсь, Галина Сергеевна, постараюсь. А что это у вас за программа? Фотошоп. А, хорошая? Свежая. А-а-а. Только утром привезли, еще теплая. Может быть, мне вам чем-нибудь помочь надо? А сходите, купите корм для мыши. Хорошо. Галина Сергеевна, а счет из типографии пришел? Галина Сергеевна? Да, Иван Сергеевич. О чем задумались? Честно? А? О том, как быстро молодость прошла. А счет? Счет давно пришел. Вот, держите, Иван Сергеевич. Иван Сергеевич? Иван Сергеевич. Оказалось, вечно будем молодыми. Зачем ты вечно вешаешь эту бабушкину занавеску? Поймите, сдача работы заказчику – это очень важный психологический момент. Когда человек видит занавес, он внутренне готовит себя к какому-то приятному сюрпризу, к чему-то необычному. Ну, вспомните, в детстве под елочкой открываешь коробочку, а там вместо радиоуправляемой машинки, которую ты вымаливал полгода,
майка и трусы для физкультуры. А это зачем? Нам необходимо локализовать внимание заказчика на объекте. Так, подожди, это что за бомба? Это система самоуничтожения заказа. На тот случай, если заказчику не понравится. Нет, правда. Если заказ ему внутренне нравится, нам необходимо закрепить это впечатление каким-нибудь приятным сюрпризом. Угу. Это элементарный закон психологии. В нашем случае это будет небольшой фейерверк. А ты уверен, что ему это будет приятно? Конечно. Кому же неприятно посмотреть на полированные бока пожарных машин, на сияющие наконечники шлангов, на слаженную работу борцов с огнем, на черные, пахнущие кожей папки судебных дознавателей? Здравствуйте. Ой, простите, ради бога, вы не могли бы подождать в коридоре? У нас пока не готов голый симфонический оркестр и танцующие слоны. Слоны? Не обращайте внимания. Доктор ему велел все время что-нибудь говорить. Иначе я все время буду что-нибудь и делать. Здравствуйте, Галина Сергеевна. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Сейчас мы вам покажем прокат. У нас было много вариантов, но в конце концов мы остановились. Смысл замысла наших мыслей состоял... В замысле мыслительного смысла. Что ж ты, Сань, нас позоришь-то? Открывай. Ну как? Замечательно. Это именно то, что мне нужно. Андрей Анатольевич, а вам действительно... нравится? Очень. А что именно? И внешность, и характер. Все. Ну что, друзья мои, видите, хорошо сделанная маленькая работа тащит за собой большую. Постарались с плакатом? Получили заказ на рекламный ролик. А я вам это давно предсказывал. Эдик. Да, мой Нострадамус. У тебя есть идеи по поводу рекламного ролика для веников? Нет, но у меня есть идея рекламного веника для роликов. Я серьезно? Ну, конечно же, есть. Этих идей как грязи в новостройках. Ну, говори. Значит так. В бане лежит труп. Над ним суетится криминалистическая группа. Появляется банщик с веником и говорит: вот это веник так веник, всю душу выбил. Не смешно, нет? Дальше. Тогда так. Панорама по пустыне. Голос. Здесь шумели березовые рощи. Теперь они будут шуметь на ваших спинах. Лучшие веники России. Дальше. Панорама с вертолета. Стоп! Никогда не начинай сценарий с этих слов. Иван Сергеевич, у меня тоже есть одно предложение по сценарию. Ну-ка. Так. Ну, прекрасно, замечательно. Вот это и будем снимать. Только у меня один вопрос, Галина Сергеевна. А почему действие происходит в женской парилке, а не в мужской? Ну, мне это как-то ближе. Значит так, снимать будем прямо здесь, в агентстве. Эдик, мы можем в приемной построить женскую баню? Можем, но мне сначала нужно изучить натуру. Ну, вот так, пойдет? Ага, красота. По местам. Готовы? Внимание. Камера. Начали. Стоп. Я не понял, что дело? А мы отказываемся сниматься, пока в павильоне мужчины. Да поймите вы, что на съемочной площадке нет мужчин и женщин. Есть режиссер и актрисы. А мужчинами и женщинами они становятся уже потом, после съемок.
Или при утверждении на роль. Так, хватит разговаривать. Внимание! Приготовились, камера. Начали. Ай, подай, подай, подай! Ай, подай, подай, подай! Ай, подай, подай, подай! Ну, я не понял, вы что в бане вот так вот в простынях паритесь? А что мы должны делать? Опа, ага, сейчас. Наталья, видите, чтобы увлечь зрителя, нужна эротика. Ну, не фильм ужасов, Эдичка. Ты что, правда хочешь, чтобы мы на всю страну голыми плясали? Поверьте, если в кадр попадет что-то лишнее, мы это прикроем мозаикой. Интересно, что ты называешь лишним? Мы будем сниматься! Времени нет! Готов? Внимание! Да черт с ним, девчонки. Хочет эротики? Потом пусть не жалуется. На! Получай свою эротику! Ой, да! Ай, подай, подай, подай! Ай, подай, подай, подай! Ну вот. Вот и закончилось наше недолгое знакомство. Прощайте. Мне было очень приятно с вами работать. И мне тоже. Вы знаете, Галина Сергеевна, мне почему-то вспомнилась одна песня. А чего ты меня не встретила? Юная, нежная, в те года мои далекие. Ой, а мне показалось, что кто-то нам сейчас аккомпанировал. Кто? А, мне показалось, что нам кто-то подыгрывал сейчас. А? А может быть, это мое сердце? Галина Сергеевна, сколько мы заработали на этом заказчике? Вот, пожалуйста. Благодарю. Подождите, я что-то недопонимаю. Вот это что за сумма? Это 203 рубля. То есть, как 203 рубля? Мы что, заработали 203 рубля? Ну, я не могла с него взять больше. Он же не нефтяной магнат. У него же маленькая фирма. Она вяжет веники. А Галина Сергеевна открыла личную программу поддержки малого бизнеса. Вот! Уволена! Вот! Воды! Воды! Ей плохо! Ей плохо. Можно подумать, мне тут хорошо. У тебя хоть телефон Ивоны есть? Нет, нет. Ну, хоть звать-то как, знаешь? Как? Он же что-то подписывал. Тимофеев Андрей Анатольевич. Так. Скунс 4, это Скунс 6. Пробейте-ка мне, ребятушки, по базе человечка. А зовут его Тимофеев Андрей Анатольевич. Лет 60. Нашли! О, нашли твоего орелика. Код 5617. Да, ребятушки, да. Ну, нашли. Ой. Спасибо. А что такое код вот 5617? Ну как что? В течение суток. Кирдык твоему, Анатольевичу. Как это кирдык? Не надо кирдык. Мне же телефон нужен. О, мать, я ж подумал, он тебе денег должен. Скунс 4, скунс 4, скунс 6. А отмена 56-17. Выехали. Попробуйте на мобильный.
Понятно. Поздно. Выехали уже. Как? Говорят, заказов много. Пятница. Галина Сергеевна, ну, вы извините меня, я тут давеча погорячился и... Нет, Вань, ты был абсолютно прав. Я не имею права больше здесь работать. Я же вас всех подвела. Галя? Андрюшенька, ты жив? Жив? Ты не кирдык, да? Нет. Иван Сергеевич, простите великодушно за мой внезапный визит. Дело в том, что я обычно не просматриваю счета, которые поступают ко мне на фирму. Но тут, очевидно, Галина Сергеевна ошиблась. Вы прислали такой маленький счет, и я по своей инициативе, извините уж, перевел на вашу фирму кое-какие деньги. Пожалуйста. Да. Это все нам? Да, конечно. То еще на один радиатор хватит? Но зачем так много? Вы же не миллионер. А вот именно, что миллионер. Как? Нефть. А веники? А это мое хобби. Обожаю баньку. Иван Сергеевич, еще одна просьба. Можно я на время заберу вашу бухгалтершу? Ей явно нужно отдохнуть, а то она вас всех разорит. Но... Куда же ты меня заберешь-то? Я не молод и потому банален. Чего? Да. Что? Канары. Как порой бывает прекрасно банально. Жаль, конечно, отпускать такого работника. Ну, что поделаешь? Ой, я смотрю, ты уже и чемодан приготовил. Да, уже все приготовил. Смотри. А это зачем? А это она на Канарах. Будет считать, сколько осталось от вашего последнего миллиона. Одно из нас повезло. Если бы сразу догадаться, что веники это так. Кто ж знал, Люба? Кто ж знал? О, здравствуйте. Моя фирма делает тазы. Я хотел. Что вы делаете сегодня вечером?